Спаси, Боже, души наши. Сегодня митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений служил там, где служат все. На территории воинского соединения радиационной, химической и биологической защиты на излете Уралмаша по адресу проспект Космонавтов 77. Здесь сегодня был освящен первый краеугольный камень, который будет заложен в основание воинского храма во имя святого благоверного великого князя Андрея Боголюбского. Храм — это не стены, знаете, как вот много строений вот строятся, торговые центры, жилые комплексы. Храм отличается принципиально, потому что храм — это дом, но дом, который строится не для того, чтобы в нем, ну, жить, есть, спать, отдыхать. Храм — это такой дом, в котором мы создаем место, пространство, где сохраняется правда. Храм во имя этого святого, сына основателя Москвы Юрия Долгорукова, возводится именно здесь не зря. Андрей Боголюбский считается небесным покровителем войск РХБ защиты. Храм будет строиться в память о погибших по ходу специальной военной операции, и доступен он будет не только военным, но и всем жителям Уралмаша и Ильмаша по соседству. Также и строиться он будет всем миром на пожертвования верующих и организаций благотворителей. Свой взнос сделал и владыка Евгений, отсканировав QR-код на информационном стенде. Последовать примеру архипастыря легко может каждый. Каждый присутствовавший был окроплен святой водой, как и первый камень, который в христианской традиции символизирует самого Христа в качестве твердого, неизменного, духовного критерия истины и лжи, добра и зла. Правду, которую Бог нам открыл. Вот маленькая книга, в которой описано то, что наш Бог 2000 лет назад словами, делами рассказал нам о том, где правда, как надо жить, как жить не надо, что надо отстаивать, какие ценности, а что ценностью не является. И вот храмы строятся для того, чтобы вот эта правда в храмах сохранялась.